Кто мигпедерваты? Это партизаны. Эта акция, она получается не только против оккупантов, но и против патриотов нашей страны, нашей Украины. Это не государственное решение, это решение каких-то людей, которые по какой-то причине нас так не любят, что решили, что мы достойны себе в темноте. Есть ли у вас свет? Ответ. Слава Богу, нет. Протягом цілої години до 21 будемо говорити про Крим. Можете до нас долучатися скайпом, громадські підкреслення ТВ. Для нас дуже важлива ваша думка і ваші коментарі. Отже, третій день енергетичної блокади Криму, 65-й день товарної блокади Криму. І сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про те, що варто переглянути договір енергопостачання з Кримом і припинити повністю товарообіг. Наші гості Айдер Муждабаєв, він є заступник директора телеканалу АТР. Олена Лисенко, журналістка громадського радіо, яка три тижні тому вимушена була повернутися і переїхати до Києва. Ну і Юля Стець, журналістка громадського, яка лише сьогодні зранку приїхала із Криму і може поділитися з нами своїми враженнями, що ж насправді відбувалося протягом цих днів на Чаплинці. Ще раз нагадаю, що є скайп, громадське підкреслення ТВ. Телефонуйте, скайпуйте, ставте питання, висловлюйте свої коментарі. Ну, колеги, тому що ми всі журналісти, я пропонувала би все ж таки почати із сюжету Юлії, для того, щоб ми могли розуміти, що відбувалося там в неділю і в суботу. Після того повертаємося до студії і обговорюємо важливу тему останніх днів. То раньше с нами постояли, сейчас в стороне стоят, не разговаривают, сквозь зубы. Это вчера конкретно даже вот эти участвовали в избиении людей, активистов. Говорят, да задавить нас пытались. А кто его задавить пытался? Ничего там такого не было. Они прибежали толпой, начали всех разгонять. Это батальон «Херсон», сейчас всех отсюда снимаем. Это приехал начальник милиции местной, чтобы уговаривать нас, чтобы не снимали батальон «Херсон». Мы их будем снимать, они нам не нужны здесь. Это предатели. Они вчера направляли нашу сторону оружие. Это предатели. Мы все столкнулись с представителями милиции. Я их полиции даже назвать не хочу. Мы ели с этими людьми с одной тарелки, вот в буквальном смысле. С одной тарелки. Вы знаете, что Кива был Илья с нами вместе и был на стороне активистов нас, товарной блокады. И после того, как получил кабинетный пост уже в МВД, в нем что-то перещелкнуло, видимо, когда прошивка поменялась, на более современную, наверное, какую-то, я не знаю, более современная киевская прошивка какая-то, после которой он как зомби здесь ходил с автоматом, с боевыми патронами. Это все есть на видео. И угрожал нам всем расправой, если мы отсюда не уйдем. Мы охраняли ремонт энергопорт и не пускали сюда никого. Они действительно хотели нас сжать в кольцо. Это есть на видео, мы вам его предоставим, посмотрите обязательно. Подрывов энергопор мы здесь не наблюдали. Мы видим то, что опоры падают, видим. Я думаю, что это могут делать с той стороны или с этой стороны. Но делают во благо Украины, я надеюсь. Опять же, вопрос к тем людям, которые, я так думаю, что СБУ и остальные люди, юристы, которые работают в министерствах, они как минимум наверняка писали свои заключения. Как работает госаппарат, все-таки мы понимаем. И там в этих заключениях, наверное, было написано, что так нельзя было подписывать такой контракт. Но его почему-то подписали. У нас нет допуска к этим контрактам, мы не знаем, о чем они подписаны. Рифат Ага Чубаров озвучивал о том, что мы почему-то еще и имеем минус с торговли в электроэнергии в Крым. Это тоже вопрос. То есть у нас очень много вопросов. Давайте будем на них получать ответы, как граждане этой страны. Вся энергосистема Крыма, она связанная, и данные четыре линии, они обеспечивают питание всего Крыма, всей энергосистемы полуострова. Поэтому даже если бы одна линия была в работе, она бы обеспечивала питанием весь Крым просто в недостаточном объеме. Ну, здесь достаточно узкий участок, и три линии в Крым идут в одном коридоре. Это не проблема. Карта магистральных электрических сетей, она доступна, она есть на сайте нашей организации. Это не секретная информация, поэтому любой интересующийся имел возможность получить эту информацию. Тем более, если это местные жители, они прекрасно понимают, куда идут эти линии.
Крым на той тепловой генерации, которая у него сейчас есть, может обеспечивать себя на 10-15% своей потребности. В дневное время у них есть еще солнечные электростанции. Что касается других источников, о которых заявляли российские власти, оккупационные, касающиеся газотурбинных установок, там, дизельно-поршневых установок, у нас нет точной информации, какое их количество подключено к энергосистеме, какую мощность они могут обеспечивать. Нам мешает восстановить линии присутствие здесь людей, которые препятствуют доступу нашей техники. Я не знаю, сколько будут длиться переговоры, потому что переговоры ведутся на уровне правительства Украины и правоохранительных органов Украины с представителями акции блокады Крыма. Поэтому мы ожидаем их. Насколько мне известно, первый раунд произойдет сегодня. Продолжение должно быть завтра. Мы рассчитываем, что в течение 1-2 дней будет достигнуто какое-то взаимное понимание и будет позиция, которая позволит нам продолжить работу. Вопрос восстановления работоспособности линии находится однозначно в другой плоскости, выше компетенции отдельного предприятия «Укрэнерго». Будем ожидать результатов. Теперь у меня есть такой пара. Инде йохеде более свои. Хартанам забарит, а слухтура иди. Хаунам, я отходил, вердел. Вертаємося до студії. Юль, знаєш, от насправді мені трохи не вистачило от якихось вражень, тому що тут, з Києва, є багато запитань, починаючи від того, хто міг підірвати, кому це могло би бути вигідно, чому це сталося саме 21 листопада, хто кого бив, тому що були, направду, різні звинувачення. І в тому, що правоохоронці били представників АТР телеканалу, ідентичні були звинувачення, скажімо, з боку херсонських журналістів, що їх нібито не пускали знімати місцеві активісти, які блокували, які блокують доступ до Криму. Розкажи, будь ласка, давайте коротко тільки, що тобі як журналісту от зсередини там вдалося дізнатися, щоб ти дала відповіді принаймні на те, що я зараз сказала? Так, я думаю, що з самого початку була більше паніка, ніж насправді там на місці відбувалося так званий штурм. Тому що коли ми туди приїхали, ну, якщо, як ми розуміємо штурм, так, вже після всіх подій, які в нас були в Україні, штурм – це коли повністю зносять так намети і все, що роблять протестуючі, тобто намагаються це знищити. Як мені стало зрозуміло, ці опори, які вже були повністю знищені, напередодні також були підірвані, і вони знаходились в аварійному стані, там була напруга. І, як ми зрозуміли, туди приїхав Ілля Ківа, але вже в статусі не головного... Борця із наркотиками? Ні. Давайте називати. Тут вже він був головний борець з наркотиками, так. А до цього він вже очолював МВД в Херсонській області. Тобто зараз у нього змінився вже статус як правоохоронця, але от в цей день він туди приїхав вже в статусі іншому. Приїхав він з Нацгвардією. Я так розумію, що це відбувалось, тому що вони знали, що учасники громадянської блокади Криму не допустять їх до ремонту цих опор. Тому що одна з їх головних вимог – це саме енергоблокада, так, і повністю знеструмлення Криму. Ми зараз бачимо, так, так, як ці сутички. Зрозуміло, що в цей момент там знаходили журналісти АТР, які почали одразу писати у Фейсбук. Тобто у людей почалась паніка, тому що до цього з людей, з правоохоронців, так, там в основному були представники добровольчих батальйонів, які підтримують цю акцію, і періодично там знаходились люди з батальйону Херсон. Скільки було правоохоронців? Тому що так от по відео важко зрозуміти, от наскільки були рівні сили. Так? Близько 100, на місці, за моєю тоді інформацією, так, було близько 50 тих, хто підтримує громадянську блокаду Криму. То вдвічі більше правоохоронців. Так, і тому на ранок, коли ми туди вже приїхали, ми побачили, що намети всі знаходяться на місці, тобто на Чангарі штаб блокади Криму його ніхто не чіпав, тобто все на місці, потім ми вже поїхали на Чаплинку, а саме туди, де знаходяться ці опори, це в 4 кілометрах звідти. Там також стояв намет, тобто не можна казати про те, що був прямо штурм. Я думаю, що це більше було, була паніка у людей, і звісно, що вони не хотіли, аби ці опори ремонтували, що ми, звісно, потім побачили, вже відбувся саме підрив. За словами Ленура Слямова, це... Вибач, Юль, наскільки я розумію, підрив відбувся вже після того, як там були правоохоронці. Так, вони... Тобто правоохоронці не змогли забезпечити порядок, щоб і подивитися, щоб не заклали вибухівку. Ні, після довгих, як я зрозуміла, після довгих там протистоянь, вони допустили
ремонтну бригаду до не знеструмлення, а заземлення цих опор. Так. Тобто вони їх зменшили ризик того, що там ці електропередачі можуть через них може виникнути так якась аварійна ситуація. Вони поїхали, і вже після того пролунав вибух, і як ми знаємо, вже потім Крим був знеструмлений. Я думаю, що ще трохи так до Айдара. Мене ну до Айдара, до Олени. У мене таке запитання. На вашу думку, все ж таки, хто міг підірвати ці опори? Ну як я можу гадати? Це ж відповідальна річ, говорить такі. Ну, как сегодня написала, кстати, московская журналистка, известная радио «Эхо Москвы» Ксения Ларина, она говорит, а чего вы удивляетесь? Это она обращается к российской аудитории. Это партизаны. Когда вы начинаете войну, вы должны предполагать, что могут появиться партизаны. То есть люди, которые целенаправленно будут действовать против агрессора. Вот, мне кажется, самое точное название этим людям – партизаны. А кто они конкретно, невозможно сказать. Олена, у вас есть думка? Я не могу сказать, кто это, конечно, у меня такой информации нет. Ну, пропущение. Но я просто думаю, что в любом случае, даже если люди эти действуют, как они думают, из благих каких-то побуждений, то я думаю, что эта акция, она получается не только против оккупантов, но и против тех мирных людей, наших граждан, наших патриотов, нашей страны, нашей Украины, в том числе и крымских татар, и украинцев, которые сейчас в Крыму. То есть, вот понимаете, мы сейчас, получается, всех людей загнали в газовую камеру, и врагов, и не врагов. Вот ощущение у меня, например, такое. Тем более, что я все это время жила в Крыму, и я знаю, что там очень много людей, которые ждут и надеются, и верят, что понимают, что Крым – это Украина, и надеются, что все будет хорошо, и что Россия, что Украина сможет вернуть контроль над Крымом. Юль, ты говорила с людьми, расскажи так, свои враження. От, власне, стосовно, хто міг підірвати, Леонід Слямов, голова координаційного штабу блокади Криму, він сказав про те, що йому невідомо, тобто він, це не учасники блокади, тобто він точно не сказав, хто б це міг бути, але я на місці питала у Всеволода Ковальчука, це виконуючий обов'язків Укренерго, генерального директора, так, він сказав про те, що я його питаю, як прості люди, так, тобто, як можна дізнатися про те, де саме знаходяться ці потрібні електроопори, для яких, і от їх дуже багато, як ми розуміємо. Тобто Херсонська область – це зараз дуже велика кількість поля, так, де знаходяться ці електроопори. І зрозуміти, яка саме необхідна електроопора, куди треба їхати, де це треба робити, для цього потрібна освічена експертна людина. І це має хтось бути. Значить, він мені відповів... Чи може бути в цьому зацікавлені якісь, можливо, як диверсія, наприклад, з боку російських спецслужб? Ну, це має вирішувати питання правоохоронців, в першу чергу. Ну, тобто, тут я не можу це, я лише фактами можу... Ну, я до того, що говорять місцеві активісти. Сказали про те, що ця інформація там доступна на всіх сайтах, і місцеві знають, які саме електропори так. Олена, так, у вас було зауваження. Не, я могу сказать, да, что, вы знаете, иногда, вот у меня тоже такая мысль, вот ваша, так похожая на вашу есть, что очень сильно и Россия ведь в этом тоже заинтересована. Ведь сейчас Россия всячески эту ситуацию использует для того, чтобы показать, насколько Украина относится к своим людям негативно. И что вот смотрите, как там плохо действует тот же самый правый сектор, там крымские татары, они вот подорвали опоры, они не хотят, чтобы вы жили нормально, как люди. То есть сейчас пропаганда эту ситуацию будет использовать. Пока, конечно, допустим, света нет. Ну, пропаганда может говорить, что это взагалі ИГИЛ подорвал, розумієте? ИГИЛ уже говорят в России, что ИГИЛ. Ну, ИГИЛ навіть кажуть, да, так? Да, вони зараз працюють в Криму. Давайте ми запитаємо, насправді, що говорять, тому що в нас є скайп-зв'язок із Криму, із Сімферополя. Світлана, я вас вітаю. Доброго вечора. Здравствуйте. Ну, розкажіть, що там зараз у Криму? Що зі світлом? Я так бачу, що інтернет у вас є, світло є. Ну да, да. Ну тут такая ситуация, получается, около 30% центра освещено, ну как бы всего, все фонари, все выключено в пешеходных переходах, почти во всех свет выключен, но в центре все, ну как бы есть, то есть такого прям полного 100% отключения нету. У меня дома есть свет, его выключили только вот в воскресенье на ночь. Но мне повезло, мы на одной энерговетке с больницей, то есть у нас свет будет бесперебойно. А вот я смотрю через дорогу, у меня вот ні, світу нікого. Скажіть, ну а які настрої? Тому що ми читаємо про те, що є величезні черги за хлібом, є черги на бензин. Знову ж таки, є різна інформація про те, що там бензину вистачить на 10 днів. Ну, чесно сказати, да, я бачила дуже великі очереди на заправки. И поэтому сама не ездила пока заправляться.
Но деньги сегодня из банка, первое, что сделала, я, конечно, пошла снимать деньги из банкомата, уже наученные двухлетней практикой. Очереди в банкомат нету, в магазине очереди нету. В принципе, большие самые торговые центры закрыты, но СИТПО функционирует. Недостатка в еде там нет. Ну, а наскільки поінформовані місцеві мешканці у тому, що відбулося? І що взагалі відбувається? Я думаю, всі все знають. Ну, а що всех... саме знають? Що саме кажуть? Просто цікава думка людей. Ну, знають, що люди, організувавши транспортну блокаду Крима, зараз організували подрив опор. Тобто звинувачують все ж таки людей, активістів, які... Конечно, да. Но на самом деле, как бы, конечно, да, обвиняют активистов, но в то же время считают, что украинское правительство точно так же несет за это ответственность, потому что не обеспечило безопасность своего общества, опоры своих граждан в Крыму. Ну, а як настрої після цих подій змінилися стосовно, знову ж таки, України і в українських, проукраїнсько налаштованих кримчан? Ну, чесно сказати, ми... Считали, что это вопрос времени, когда это случится. И очень... Ну, это обидно, на самом деле. Потому что, с одной стороны, это не официальная позиция, это не государственное решение, это решение каких-то людей, которые по какой-то причине нас так не любят, что решили, что мы должны себя втянуть. Світлана, ну як ви вважаєте, який от вихід із цієї ситуації? Як от боротися із окупантом? Якими методами? Ну, я думаю, що це треба було робити 2 роки назад, а зараз вже треба, мабуть, спочатку розробити якусь поетапну стратегію, обнародувати її, щоб люди розуміли, що відбувається. І робити це легальними методами, а не з допомогою якогось вандалізму. Ну, а ви от вірите, що, можливо, таким методом можна приблизити якось повернення Криму? Я вважаю, що це тільки віддаляє. Во-первых, настроєння кримчан в сторону України ще більше усугубилось. Ті, хто був проросійський, стали ще більше проросійські. Ті, кажуть, от бачите, що робили? Ті, хто були проукраїнські, просто обиділись. З енергопотоком, я не знаю, починяться опоры в Украине до тех пор, пока Россия проведет свой мост или не починится. Но если Россия успеет сделать энергонезависимым от Украины, то это будет еще один шажок в сторону того, чтобы Крым оставался российским. Потому что продуктово Крым от Украины уже не зависит. Если он перестанет быть зависимым энергетически, то это еще один шаг. Я зрозуміла, дякую вам, Світлана, що не побоялися, тому що ну, ми знаємо всі, наскільки важко із Криму включатися в Україну. Світлана із Сімферополя, ну, всі, я думаю, що ви всі чули настрої, що відбувається. Айдар, я б хотіла, щоб ви прокоментували все ж таки, тому що звинувачення пролунало в сторону активістів, і ну, ви не вперше чуєте такі звинувачення, вочевидь, у вас є на це відповідь. Да нет, ну я разные мнения слышу. Это очень распространенное мнение, которое мы сейчас слышим. Но если вы позволите, я донесу до вас мнение крымских татар, которое, в принципе, я так полагаю, мало кого интересует и здесь, и там, но оно существует тоже. Эти люди тоже существуют в некотором количестве. Вот. И сегодня крымские татары в Фейсбуке постят такой анекдот. Он по-крымско-татарски, как бы для своих, да? Но люди перевели там и тоже постят. По-русски, да? Анекдот звучит так. Это разговор по телефону. «Привет, дорогая, как твои дела? Есть ли у вас свет?» Ответ. «Слава Богу, нет». Я больше ничего комментировать не буду. Просто я хочу, чтобы и проукраинские активисты, и пророссийские активисты, кто угодно в Москве и в Киеве, просто вдумался, вдруг представил себя на месте этих людей и вдруг попробовал хотя бы понять, почему так могут реагировать люди на отключение света в собственном доме? Вот до какого состояния их надо довести, чтобы они так реагировали? Слава Богу, света нет. Вот просто подумайте об этом. Наскільки солідарні у цьому всі кримські татари? Тому що є різні думки, знову ж таки, тих, хто проживає в Криму стосовно цього.
Я вам сказал только факт, который можно как бы видеть в соцсетях. Соцопросы невозможно проводить, но я вас уверяю, наверное, разные мнения существуют, конечно. И, конечно, крымские татары, как все, наверное, недовольны бытовым дискомфортом. Но вы понимаете, когда вот если вас любую из вас здесь сидящих каждый день оскорблять, например, да, и вы бы чувствовали себя, и никто бы за вас не заступался, вы бы чувствовали себя абсолютно просто раздавленными психологически, если вы вдруг увидели, как кто-то любым способом хотя бы показывает, что он за вас борется, да, что вы просто ему интересны, да, я не говорю, что там те или иные методы, но правительство могло иные методы применять, они сейчас другие методы будут применять, партизаны там третьи, да, но вот вы сидите, и вы никому не интересны вообще, да, и вдруг появляется кто-то, кто показывает, что вы существуете, что вы боретесь и что за вас борются, да, это просто нужно немножко быть крымским татарином. Это речь не только о воде из крана, и не только о еде, понимаете, и не только о цвете. Это в голове, понимаете, это моральное состояние человека, которое не измеряется киловатт-часами и килокалориями. Ну, вы вимагаєте звільнення політв'язнів у першу чергу, так? То за яких умов может быть відновлено постачание, энергопостачание? Ну, откуда же я знаю, Христи? Ну, я же не вхожу ни в штаб акции, я ни в Меджлис не вхожу. Угу. Там сейчас идут переговоры, они разговаривают. Я не знаю, довольно о чем. Да? Нором, так, этому... Но я близок до какой степени? Но я не знаю политические подробности. Мне никто этого не рассказывает о планах, и, о том, что там собираются делать. Так же Чубаров там, и Джамилев, да, они там встречаются с президентом. Так, все, что они говорят, то и я слышу. Мне они не рассказывают ничего другого, да, кроме как публично я слышу. Я так полагаю, что сейчас идет большой торг политико-экономический между Россией и Украиной, которую мы не видим. У меня есть такая информация негласная, что Россия готова простить миллиард долга вообще сразу, вот если не будет возобновлена поставка электроэнергии. Да? Угу. И может быть это только начало торга, так сказать, стартовая цена аукциона, то может быть они и все бы простили, да, если бы, потому что в реальности там электроэнергию в полном объеме восстановить даже с этим проводом по дну, это очень сложно, потому что систему надо менять, там есть недостаток энергии в самом Краснодарском крае, плюс система вся крымская замкнута на Украину, ее нужно вообще оснащать по-другому, да, строить там подстанции и так далее, это дело не месяца, и кто там лжет про то, что там за месяц они что-то сделают, это такая же ложь, как про ИГИЛ. Вот. Но это как бы российская пропаганда, оставим ее в стороне. Да, но вот ситуация сейчас такая, что нужны политические решения. Какие политические решения будут приняты? Вот настроение, видите, правительство изменилось. Да? Посмотрим, що далі буде. Юлія, так, я хотіла сказати ще про те, що от з самого початку є трохи проблема з донесенням вимог так, громадської блокади Криму. Тому що звільнення політв'язнів – це, оскільки у нас є програма «Громадський Крим», так, ми кожну середу про це говоримо, є декілька економічних та політичних законів, які з самого початку вимагаються на громадській блокаді прийняти, для того, щоб потім ті саме, наприклад, скасування вільної економічної зони Крим, так, та енергоблокада, це буде як механізм політичного впливу на те, щоб потім висувати якісь вимоги. Про це говорить постійно Рефат Чубаров та Мустафа Джемілєв. А коли ми вже проходить час, так, ми бачимо, що, наприклад, ці закони не скасовуються, не вносяться ніякі поправки, так, до них, то у Меджлісу і у кримських татар в них немає ніякого політичного механізму, щоб знову ж таки висувати вимогу щодо політичних в'язнів. Тому що, ну, у нас багато вже таких прикладів, так, і Олег Сенцов, і Надія Савченко, і ми бачимо, що Україна, окрім заяв, так, от, дуже ми має мало важелів. В Криму, так, да. В Росії. Можна я добавлю, Юрій? От скажіть мені, пожалуйста, ви ж наблюдаєте теж за інформаційним полем. Може бути, я щось не слышу. Но требования блокады, когда она начиналась, 20 числа сразу были. Там были 5 пунктов, если память не изменяет. И там были требования освободить политзаключенных. Список начинался с Надежды Савченко, продолжая с Олегом Сенцовым. На третьем месте был Кольченко, значит, дальше был Костенко, потом шли крымские татарские фамилии. Да? Во всех украинских требованиях, заявлениях МИДа, в заявлениях политиков я слышу, опять же, те же самые фамилии, они заканчиваются на фамилии Костенко, а крымско-татарские фамилии не идут. То есть крымские татары поставили украинских узников в первые строчки.
когда они требовали политических решений. И мы видим, что украинское государство и общество, оно не ставит крымских татар не то, что во вторые строчки, а никуда. Недавно открыли выставку портретов политзаключенных в МИДе. Значит, там вот политзаключенные украинские, но только с украинскими фамилиями, с крымско-татарскими нет. Я когда в Фейсбуке написал и спросил, а это что, не люди? Это как-то они не сидят каких-то не в тюрьмах, что ли, или как-то они по-другому должны восприниматься украинским обществом? Мне сказали, был такой ответ, они сидят просто в Крыму, их судят в Крыму, а Крым это территория, непризнаваемая Украины, чужой, значит, своя территория, поэтому они не являются политузниками. Так, мы чулы тебе. Да. Так, вы меня извините, но это такой цинизм восхитительный просто. Я даже не знаю, что на это отвечать. То есть, если бы сейчас Сенцова приговорили на 20 лет крымским судом, то о нем бы что, украинское государство не говорило? А если бы Савченко судили, например, в Крыму, а почему нет? Они везде могли судить. Они... Можем сказать позицию, да, Рифата Чубарова про це? Ну вот просто мне непонятно, это что такое, это что, крымские татары, какие-то люди второго сорта и здесь тоже, что ли? Олена, вы так и не прокомментировали скайп включения и все, что вы чули. Ну, я очень сочувствую людям, которые сейчас в Крыму, потому что там у многих маленькие дети, большие сложности вот именно бытовые. Я абсолютно согласна с Айдаром в том, что мы должны сделать все максимально для того, чтобы освободить Крым, но мы должны и помнить об этих людях, которые там сейчас находятся. Алена, можно уточню у вас? А вы помните про крымских татар, погибших там? Вы помните про выкраденных и пропавших без вести? Знаете, что из Крыма мне звонят и говорят, мы боимся каждый день, что просто пацанов начнут из поселков увозить, и они будут пропадать, как раньше. Это говорят я сейчас все люди, это да? Знаю, и знаете, про облавы? Я там, почему вы о них не вспоминали до этого? Я все это вспоминаю. Я там работала 1.5 года и занималась не только как журналист, но и как правозащитник. Я встречалась с крымскими татарами и пыталась выйти на контакт. Очень сложно. Я понимаю, что люди запуганы. И вот чего не хватает сейчас в Крыму, это какой-то сплоченности. Это, конечно, просто потому что сложная ситуация. Ее тут не хватает. Как она мало выглядит? Я не знаю, это сложный механизм, его надо продумывать, наверное, отсюда, эту стратегию. Как нам людей, которые там сейчас находятся и которые... Никто не придумает, давайте вот факт. Которые наши граждане, надо нам их как-то объединять, понимаете? Потому что, действительно, я понимаю крымских татар, которым, например, я предлагала какую-то помощь. Да, я понимаю, что они боялись, мало ли, может быть, я там, допустим, завербована какими-то российскими спецслужбами. То есть нет доверия, понимаете? То есть я не знаю, как это сделать, но нам нужно помочь людям объединиться, потому что иначе им будет сложно противостоять. А понимаете? Может быть, просто начать помогать людям хоть чем-то, реально? Понимаете? Я 1.5 года именно этим занималась. Я не про вас, понимаете? Я про правительство, Алена, я не про вас, да, говорю. Я тоже про правительство сейчас, да, говорю. Может быть, есть какие-то способы выходить на международные организации. Может быть, во время минских встреч президент страны или где-то там премьер-министр на других встречах, он должен говорить о крымских татарах, о Крыме все-таки. Да? Это сейчас такие риторичные, скорее всего. Нет, это очень практический вопрос, что... абсолютно не риторичный. Потому что когда... Ведь немає, на жаль, уже против... Слушайте, тогда не надо ничего делать, не надо ни про что вспоминать, тогда не надо говорить о Холокосте, но ничем не... Нельзя же было помочь евреям. Ну и не надо было тогда говорить. Ну и сейчас не надо ничем помочь. Ведь нельзя ничем помочь. Знаете, висят плакаты социальные. Написано, этих людей нельзя спасти, но им можно помочь. Да? Ну можно попытаться чем-то помогать. Я сегодня только об этом подумал. И у меня просто, я, может быть, действительно там просто как-то замыленный взгляд. И я об этом не соображал. Что на самом деле у Украины был огромный рычаг экономических санкций против России. Энергетических санкций, товарных санкций. 1.5 года Украина добросовестно снабжала Крым электроэнергии и добросовестно снабжала Крым едой. В это время там разгоняли Меджлис, отнимали собственность Меджлиса, депортировали членов Меджлиса, разделяли их семьи. Это совершенно антигуманное поведение. Убивали и воровали людей. Ни одно дело не расследовано. Убийства зверские и пропажи людей бесследные. Там проводили облавы с собаками, окружали ОМОНом деревни, татарские поселки. Да? Что там еще делали? Значит, там проводили обыски. Оттуда выгнали телеканал АТР. Украинский телеканал АТР оттуда выгнали, просто вытолкали и не дали лицензию. Я вдруг подумал, а если бы тогда просто был звонок украинских властей российским, вы знаете, нам не нравится, как вы обходитесь с крымскими татарами там, давайте-ка вы все-таки не будете выгонять крымско-татарское телевидение, а то, знаете, у нас есть рубильник. Я думаю, что даже мысли позвонить не было. Мысли позвонить не было. И потому что, видимо, крымские татары это такие, значит, жертвы, ну, как бы такая погрешность. Ну, бывает вот такой конфликт, и какие-то люди там страдают. Да, ну, они же не сильно страдают. Ведь убили всего 10 человек, а могли же убить 1000. Ведь сидят под следствием там 20 человек, а могли бы сидеть 2000, да.
Вот. И вот это отношение, и когда мне начинают тоже говорить, а страдают все крымчане, давайте думать о всех крымчанах, давайте, знаете что, думать о тех, кто страдает больше всего, в первую очередь, и помогать тем, кому тяжелее всех, а крымские татары тяжелее всех. Алена говорит, что они даже разговаривать боятся. Вы можете себе представить уровень страха вообще у людей? Да, но лишь крымские татары, насколько я разумею, боятся. Боятся, говорят все. Я хочу сказать, что, понимаете, украинское общество – это очень мощная сила, потому что это люди более свободные, ну, поэтому помощь может прийти только от Украины, Крыму. И в Украине не только крымские татары хотят бороться и борются. Там есть очень много и украинцев. Мы просто тоже об этом здесь совсем не говорим в Украине. Почему-то все думают, что в Крыму есть крымские татары и есть русские, понимаете? То, что люди говорят на русском языке, да, но это украинцы, и это патриоты Украины. Я знаю много подростков, которые себе сейчас трезубцы накалывают на ногах, не боятся, наколки делают. Сейчас среди 16-летних в моде носки с вышиванкой, потому что дети не могут на себя одеть вышиванку, ну, в Крыму, они живут в оккупации. Они носят носки, они друг другу показывают их там под брюками. И вот это поколение, которым 14, 15, 16, 17, 18 лет, это наши дети, наши люди, и ради них тоже надо спасать Крым. Вот я же говорю, что я не знаю, какой надо выработать механизм, но нам надо объединить и самих людей в Крыму, помочь им это сделать, потому что есть недоверие каждого к каждому. Понимаете, люди просто друг другу не доверяют, потому что что такое жить в оккупации? А що може бути за цими об'єднаннями? Тобто це знову ж таки якісь партизанські рухи? Що далі? Ну, тобто, наскільки я розумію, там і так люди живуть, знаєте, на островках, як то кажуть. Понятно, ну... Один з одним спілкуються. Як ще можна об'єднати? І до чого це може призвести? Ви знаєте, це могло би... Це нужно для того, щоб люди хоча б психологічно противостояли пропаганді. Тому що пропаганді противостояти сложно. От живя там полтора года, я-то, звісно, в состоянии її противостоять. Но не всі же журналісти, не всі люди вміють аналізувати інформацію. Да? Пропаганда – це дуже мощне оружие, и мы должны тоже понимать, что многие люди стали просто жертвами информационной войны. То есть их нельзя впрямую обвинять, понимаете, они жертвы. И для того, чтобы нам как-то помочь вернуть Крым, мы должны, чтобы те люди, которые в состоянии анализировать, чтобы они могли влиять на людей, которые попали под пропаганду. У нас есть видео в Министерстве информполитики Сергей Костинский, который мав бы этим заниматься. Чи в реалии он занимается этим? Юль, расскажи. Христо, у нас інша ситуация. У нас есть Державная служба о справах Крыму и міста Севастополь. Mm-hmm. И лише месяц тому почали смикати эту службу уже журналисты. Дійшло до того, что навіть ставили вже експеримент. Тобто є державна служба, в статуті якої прописано, чим вона має займатися саме. Забезпечення прав переселенців, внутрішньопереміщених осіб, людей, які залишились жити на окупованій території, все це пов'язано безпосередньо з Кримом. Ця структура, вона існує практично на папері, тобто людина, яка займається, яка назначена на посаду, так, голови цієї держслужби, от нещодавно він був на ефірі іншого, Крим Реалії, так, є ще така змія, яка займається цією тематикою, він почав говорити про те, що він один, він не може відповідати там на всі дзвінки, і, тобто, розумієте, проблема в тому, що краще працюють волонтери в цьому напрямку, так, яких ми всі знаємо, ніж держслужба, яка могла б все це виконувати. Немає централізованого, немає централізованої роботи, воно все йде знизу. Так само, як і почалася блокада, так, я хотіла просто повернутися до тих подій, які сталися в неділю, тому що, якщо уважно подивитись, у нас був День Революції Гідності, був Майдан на концерті, і потім центр уваги змістився на Банково, де почалась акція кримських татар. Чому вона почалась? Тому що в нас вже два місяці на тимчасовому кордоні з Кримом є вже цілий організм, так, людей, які два місяці там живуть, практично не виїжджаючи звідти. Вони висувають якісь вимоги до органів державної влади. Їх ці вимоги практично не проговорюються, от лише до сьогоднішнього дня, коли вже були підірвані ці електропори, і Крим залишився знеструмлений. Тобто тут питання, ну, питання того, що дуже багато проблем, і вони і все, що треба зробити, або це роблять самі люди, або це не робиться. Ну, стосовно теми Криму. Так, Олега. Опять же, вот, может быть, все-таки нужно какое-то обращение к крымчанам. Я не знаю, кто должен сказать это обращение, откуда оно должно последовать. Конечно, в идеале это должно сделать правительство Украины. То есть, может быть, объяснить людям, почему им сейчас приходится терпеть, почему сейчас такие сложности. То есть, никакого диалога, никакой попытки людям хотя бы обратиться и рассказать. Вот мы послушали девочку в Симферополе, да? Она рассказала мнение многих людей. То есть, где со стороны Украины какая-то человеческая позиция?
позиция, что крымчане, вот такая ситуация сложилась. Где диалога? Диалога нет. Мы можем зараз послухати Арсена Авакова. Він якраз говорить про економічну складову цієї блокади. Якраз ми перейдемо до наступної теми. Будемо говорити про договори. Эти два дня очень плотно работали с представителями Минжлиса и определяли ситуацию, какую-то ситуацию. Я бы не говорил, что ситуация у нас там стабильна. И Министерство внутренних дел настаивает на том, что ремонтные работы можно проводить только на одной линии сейчас, 220 вольт, 220 ватт, которая находится, как называется, Каховка-Титан. Вот это вот, Арсений Петрович. На линиях других мы настаиваем, что пока ремонтные работы проводить нельзя, до тех пор, пока мы там полностью не проведем санацию этих линий и с точки зрения потенциальных угроз дополнительных взрывов и различных диверсионных атак. О том, что такие атаки возможны и планируются, вне зависимости от точки зрения Минжлиса и вне зависимости от точки зрения правоохранительной с нашей стороны, мы имеем информацию. В этой связи я бы просил для того, чтобы выработать радикально адекватные меры по вопросам энергоснабжения. Вопрос этот решать не только и не столько в экономической плоскости, сколько в вопросах безопасности. И, следовательно, решение выносить в ближайшие пару-тройку дней на Совете национальной безопасности и обороны. С точки зрения товаропотока и пассажирского потока, который там происходит, считал бы необходимым в условиях тех угроз, которые мы там есть, которые имеются, в том числе угроз диверсионных, террористических, угроз, при которых есть массовые гражданские протесты, которые могут воспользоваться и, прикрываясь этими протестами, тоже произвести террористические атаки, считал бы необходимым остановить товаропоток решением правительства. Повертаємось до студії, обіцяли поговорити якраз саме про угоди, тому що дійсно існувала угода про енергопостачання України із Кримом. Більше того, вона була підписана із Кримэнерго, директором якої є людина, яка, якщо я не помиляюся, була названа Україною як зрадник. Ми у Рефата Чубарова, який буде включатися до нас телефоном за 13 хвилин, 12 вже, спитаємо, чи знає він, хто підписував з української сторони ці угоди, тому що це і також цікаво. Можливо, ти, Юля, знаєш, можливо, Олена або Айдер. Чи знаєте ви, і чи правда, чи правдива інформація про те, що нібито Демчишин сам телефонував особисто з вимогою поновити лінії електропередач? Ну, це все. Знаєте, кому в таку історію? Ну, він, я не знаю, кому він міг дзвонити. Чи є така історія? Ні, я не знаю. Я знаю точно, що в цьому контракті, який був підписаний, було сказано про те, що Україна підписує договір з суб'єктом Російської Федерації, Автономною Республікою Україна. Ну, от, знаєте, я точно не вірю. Я точно не вірю в одно. Я, конечно, нічого не знаю, но я точно не вірю в одно, що такі договори можуть проходити мимо перших лиц правительства і государства. Ви мені извините, я не наївний чоловік, політичний журналіст, 17 років займався, точніше 25. Тому так не буває в природі. У нас ще склалася така ситуація, що от ми ще після початку блокади, коли була висунута вимога про скасування вільноекономічної зони, ходили у Верховну Раду, питали постійно депутатів, чи йдуть якісь перемовини, чи розробляється цей законопроект. І от за два місяці цієї біготні, так, за чиновниками, ми зрозуміли одну річ, що всі ці питання, вони обговорюються десь, але не в публічній площині. Тобто ми лише вже чуємо, от, наприклад, рішення сьогоднішнє стосовно переписання цього контракту, так, коли вони вже про це почали говорити публічно, коли були підірвані електропори, і вже вся Україна почала стежити за тим, що там відбувається. Але переглянути, наскільки я зрозуміла, лише переглянути. Так. Тобто не розірвати контракти, а переглянути. І, можливо, його переписати. Ну, так. Що це означає переглянути? Це до Рефата Чубарова, я думаю, вже більше питання. Ну, до нього буде питання як до члена пропрезидентської, так, фракції. Я думаю, що зараз в правительстві відбувається дуже серйозна ломка, тому що із-за цих вот активістів, да, із-за цих партизан, які там опори ці повалили, а там, як би, знаєте, правительство, взагалі, і чиновничество виведено з зони комфорту, тому що півтора року все було нормально, всі потоки йшли куди треба, і, думаю, мимо кого треба теж не проходили. Да? Вот, і товарні потоки, і електричні потоки, і все було прям так добре. Я думаю, що зараз
сейчас во многих кабинетах в Москве и в Киеве телефоны вообще звонят каждые 15 минут, и все друг друга спрашивают, а что вообще делать с этими всеми делами. Вот. А наскільки ці наміри можуть стати дійсністю? Можливо, це просто якісь такі заяви, знаєте, зараз по гарячих слідах, тому що і Кабмін був повністю присвячений сьогодні кримському питанню. От ви вірите в те, що Україна реально, там, мовно кажучи, там, не знаю, коли перекриє повністю товарообіг із Криму? От смотрите, дело в том, что сейчас вот с этой блокадой, это даже не было сначала очевидно, но в развитии стало очевидно, что в украинскую политику вмешался вот этот фактор, скажем, общества, который начал поднимать вопрос о Крыме. Ведь подразник такой став, вот в теме Крыма, вот эта блокада. Ну, на жаль, держава в нас завжди чомусь реагує на... Ну, всегда, власть всегда реактивна, да? То есть она никогда вперед не действует, она действует под давлением, каким бы то ни было давлением. И вот мы видим, как шаг за шагом все громче и громче эта тема звучала, и вот дошло вот до этого. Они могли до этого не доводить, в принципе, да. И вообще любой вопрос правительства, мне кажется, если оно думает о завтрашнем дне, я даже не беру вопрос только Крыма. Но есть куча недовольных разными вещами. Есть люди, которые видят коррупцию, да, в правительстве, там, которые все это публикуются в открытом доступе и так далее. А сейчас в Украине много у людей оружия, да, реального. И вот если власть не будет поспевать, как сейчас, здесь все бескровно обошлось, да, как бы все, как бы не было цели, там, ни захват органов власти, ничего, эти партизаны подорвали эти столбы и все, да. Но я просто к тому говорю, что уже даже выходя за рамки этого крымской конкретной темы, да, что власти нужно быть очень, как бы прислушиваться к мнению народа и не зарываться в плане коррупции и в плане демонстрации своего пренебрежения общественным мнением, потому что если будет тут, не дай бог, что-то вот такое, типа народных волнений, они уже не будут, боюсь, что мирными. Потому что я очень много видел и там, на Чингаре, вообще людей, ветеранов АТО, которые очень недовольны правительством, например, да, которые называют их нехорошими словами, вот, и которые имеют боевой опыт и не имеют никакой поддержки и реабилитации от государства, например, и заботы о себе. Ну ладно, это уже немножко другая тема. Олен, как вы думаете, если вот так, ну, действительно будет, что не будет электрики, так, в Крыму, будет призупинено товарообіг, что будут люди там делать? Це чи можуть бути якісь там, ну, голодні бунти, чи можуть вони повертатися в Україну? От які настрої, наскільки там... Понимаете, за вот этот период времени, который Крым не контролируется Украиной, в обществе тоже там много произошли изменений под действием, во-первых, не только пропаганды российской, но и под, наверное, под страхом. И я не знаю, насколько это сможет повлиять на то, чтобы общество крымское было в состоянии противостоять. Понимаете? Оно то есть, не будет стоять. Оно не будет, да, оно не будет. Это не может быть. Поэтому что... Москва это тоже понимает, что им очень просто взять, вывести людей с автоматами на улицы и всех там попинать, испугать, напугать и загнать обратно. Так там все это уже сделано. Там уже никто сделано. Уже не выходит, поэтому никакие даже митинги я до конца не понимаю, как тогда блокада сможет работать. Я не буду сейчас про блокаду, ни слова. Вот скажите, когда некие группы вооруженных людей захватывают некий объект и самолет, или объект, допустим, концертный зал или что-то. А скажите, кто-то ждет от них действий по самоосвобождению? Кто-то? Или нет все-таки? Хорошо, на что рассчитана блокада? Кто будет тогда принимать решение и возвращать Крым Украине? Мне сложно сказать, на что она рассчитана. Все развивается каждый день по-новому. Но она точно рассчитана на реакцию российских властей и на реакцию украинских властей. То есть она не рассчитана на реакцию людей в Крыму? Повторю вам пример с самолетом, да? Ну, конкретно. Давайте конкретно. Вы же все обрисовали, вы только раз говорили сейчас не про Крым, вы весь рассказывая о страхах, о боязни и о возможности расстрелять. Если бы вы сказали не Крым, а самолет, то все понятно становится. Понятно, люди находятся под страхом, находятся кругом вооруженные люди, репрессивный российский аппарат, который очень хорошо действует, да? Вот, они находятся под страхом. И многие люди подвергаются Стокгольмскому синдрому. Это не обидное дело. Просто когда человек видит будущее, вообще не видит будущего, когда он понимает, что у него нет никаких шансов, когда он понимает, что он абсолютная жертва, и он находится в руках непреодолимой силы, у него меняется психика, как и в любом захваченном здании. Человек начинает искать общий язык с теми, кто захватил, начинает менять свое поведение, боится собственных мыслей, тем более боится их высказывать. Поэтому вы реально не узнаете никогда ничего, что думают в Крыму вот по-настоящему. Я там жила, я знаю, что там думают. Хорошо, я только оттуда знаете. Приехала. Ну, то есть я не могу сказать, что я знаю, что я знаю, что думают все люди, но знаю, что думают многие. Что будут делать люди, если действительно не будет там товаров, если не будет электроэнергии? Они будут и далее сидеть и молчать, мне просто интересно...
психология этих людей, насколько они залякані? Они очень сильно запуганы. И дело в том, что в Российской Федерации в тысячи раз сложнее проявить свою гражданскую позицию в этом смысле. Поэтому я же говорю, что Москва это тоже понимает, что люди все равно не в состоянии противостоять там, понимаете? Но никто же бунта не ждет, Алена. Хорошо, неужели что кто-то ждем? Говорит, что там будет бунт хорошо, или какая-то что партизанская война? Что начнут война? Люди умирать, это потому что чушь, не смогут вызвать скорую помощь, пропаганды. Потому что не работает связь. Ведь на самом деле крымское правительство очень много сейчас обманывает, говоря о том, что связь работает. Я сегодня звонила во многие города, и очень тяжело дозвониться. Люди жалуются, что они не могут вызвать скорую помощь в случае чего, что с транспортом большие проблемы. Я вам хочу сказать, что скорую помощь раньше было тяжело вызвать. У меня, знакомый парализованный отец, он умер из-за того, что скорую помощь не приехала, вызывали 6 раз в Симферополь, в татарский поселок. Потому что это тоже татарский поселок, но они хотели туда ехать. Да, проблемы были, но сейчас эти проблемы усугублены еще тем, что нет электроэнергии. Я знаю, что в Керчи, например, буквально там несколько десятков домов только со светом, в отличие от Симферополя. Дело в том, что оккупанты, они себе свет-то сделали, они себе подключили те самые генераторы, которые у них есть. А вот обычные люди, у которых дети маленькие, старики, как им там выживать? Сколько им это ждать, сколько терпеть? И дождутся ли они? Понимаете, вот я сейчас готова за каждого человека бороться и думать, понимаете, я переживаю за каждого человека. Я не хотела бы, чтобы мы принесли жертвы людские для того, чтобы освободить Крым, понимаете? Потому что каждый человек, жизнь каждого человека, она важна, и цене жизни человека ничего нет. Юль, я пропоную зараз подивитися твоє опитування, так, яке ти робила. Коротко підведися до нього, розкажи, що тобі люди говорили. Опитування проводилось на КПП Чонгар, тому там не всі були кримчани, це були ще й родичі, які їздили туди. Тому переважно люди... Може, щось за кадром лишилося? Ні. Добре, тоді дивимося і в цей час набираємо Рефата Чубарова залишатися з громадським. Вчера только, я сам даже не знал. Вчера только отключили. А люди знают, почему? Да, объясняют по телевидению, или где, что никто происходит. Ничего не объяснил. Знают, что правый сектор что-то там сделал, и теперь вообще Украина хочет полностью от Крыма изолироваться, и, соответственно, зачем тогда нам такая Украина, и на что они там о себе думают, как понятное дело, что мы к ним уже никогда не вернемся. Это такая... это мнение местных жителей, тех, с кем я общался. А вы какое телевидение? Громадское телебачення. Громадское телебачення. Но очень люди недовольны Украиной. Что люди говорят? Не понимают, что, чего добивается Украина. Что люди говорят? Люди очень как бы растеряны и очень-очень недовольны. Люди очень, как, ну как сказать, злые на Украину. Это будет понятно? Да, правый сектор взорвал. И отключил от электроэнергии Крым. Что сейчас говорят правительство Крыма по этому поводу? В правительстве Крыма я еще не знаю, какие были комментарии, я пока не слушала. Но сейчас на радость врагам верное включение, свет будет. И поверьте, в Крыму будет все хорошо. Вот все хорошо будет ли в Украине, я не знаю. Феодосия на генераторах, это веерное подключение. А знают, почему люди... Знают, потому что оборвали две опоры, подорвали. Все знают, Крым... Какое, в принципе, настроение, вот о чем говорят? Ну, у меня плохое настроение, я вам скажу. Нет. Отлично, и там так же самое. От какого города? С Подфеодосии. Все возмущены. Там все не в шоке, знаю. Ну как, знаешь, что взорваны опоры. И это знают все. А объясняют, то есть по телевидению или где, объясняют, кто это сделал, почему? Я не знаю, как объясняют, но вчера по 1+1 объяснили по-нормальному. Правый сектор не пускает, силовики идут разбираться, а правый сектор не пускает. И как это объяснять, это никто не знает, как это объяснить. А как люди реагируют? Ну, все в шоке. Ну, где, откуда, что, чего. Люди. Ну, люди возмущаются, без света сидят. Ни связи нету, ничего нету. Даже телефон не работает. Света не было ночью, только там 3 часа. А так утром встали, свет был. А в каком городе вы? В Симферополе. Знаете, но все бачили. Хотим на своих под. Я не знаю. Я вот мы стала, я сразу еду на Украину, а на родину. Я не смотрю, я читаю книги. Ой, вы знаете, я не в курсе. Я абсолютно не скажу. Я бачила, что в Севастополе тролейбусы не працювали, більше нічого. І вночі пропало світло. Ну, конечно, ничего хорошего для кримчан, когда отключают. 12 часов ночи свет отключим, легли спать. Где-то в 5 утра включили. Я встала, даже новости не смотрела, потому что я опаздывала на автобус.
что случилось, даже не знаю, но уже свет был в 5 утра. Сказали, что взорвали каких-то две опоры и что не пропускают русских электриков для того, чтобы они отремонтировали. Но что касается, люди, конечно, все понимают, но и, в принципе, страдают из-за того, что не могут поделить что-то наверху, страдаем мы. Ну вот и даже вот пример эти сумки, которые, в принципе, можно было бы все это сделать цивилизованно, красиво. Ну, в общем-то, как-то мы бы хотели, чтобы наше руководство быстрее нашли какое-то взаимопонимание, чтобы мы от этого не плакали и не получали каких-то негативных эмоций. Все. Это любовь. Повертаємося до студії. Моменти, які хотілося б говорити, але вже з нами є на телефонному зв'язку Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримського татарського народу. Вітаю вас, пане Рефате. Алло, да-да, чую вас. Доброго вечора. Пане Рефате, ну сьогодні всі, і Кабмін був присвячений кримському питанню. Я знаю, що сьогодні мала засідати фракція Блоку Петра Порошенка. На жаль, обірвався зв'язок. Зараз ще раз будемо намагатися набрати Рефата Чубарова. Цікаво, по відео, якщо говорити, так, очікують російських електриків. Там, я поясню, що це було лише вчора, тобто це був десь обід, так? Ну, майже доба була після того, як відключили електроенергію, тому люди там ще не до кінця на той момент розуміли, так, що відбувається. Не всі там встигнули переглянути новини. Тобто це таке, що були перші враження, перші емоції, так і перше розуміння, що було. Але бачимо, що там були люди з різних міст, в тому числі ті, які відкрито так підтримують. Поновився зв'язок із Рефатом Чубаровим. Вітаю вас ще раз, пане Рефате, знаю, вас мало часу. Таке питання. Чи були ви сьогодні на фракції Блоку Петра Порошенка, тому що і Кабмін був присвячений кримському питанню, і цікаво, насправді, що буде далі? Так? Що, чи обговорювали це питання депутати? Можливо, щось нам варто очікувати цього тижня у Верховній Раді? Дивіться, я, на жаль, не зміг бути на засіданні фракції, оскільки після засідання уряду у мене був трошки інший план, і я зустрічався з деякими дипломатами, і тільки зараз завершив цю зустріч. Скажіть, ну які мають бути подальші дії, і чи підтримуєте ви блокаду? Подальші дії у нас будуть видаватися і за рішенням уряду. Сьогодні було засідання, ви знаєте, товарний обсяг або пересічення вантажними автомашинами вже буде перекриватися. Це буде рішення уряду, все це відповідно до законів України. Тобто в цій частині держава залучається до тих позицій, з якими виходили учасники. Щодо електропостачання, зараз йдуться розмінювання провірки тих територій для того, щоб ремонтники могли приступити до роботи. Я знаю, що там було заявлено про те, що для відновлення однієї з вірток з гілок буде потрібно десь не менш ніж 72 години. Ну, це такі плани ремонтників, але вони зможуть приступити до роботи, коли їм на це дадуть дозвіл сапери. Тобто буде відновлено енергопостачання? Я хочу сказати, що зараз працюють там сапери, я не знаю, які будуть їх висновки, оскільки є дуже різні багато версій, в тому числі версія про те, що там можуть бути задіяні диверсійні групи з боку російських окупантів. Я не знаю, які будуть результати роботи саперів, а потім так, потім ремонтники будуть працювати, але щодо рішення по електрозабезпеченню мають бути ще інші органи залучитися, в тому числі РНБО. РНБО. Ну, а ви підтримуєте енергетичну блокаду як метод боротьби? Я виходжу з того, що там, на території окупованого Криму, живуть громадяни України, там залишився кримсько-татарський народ, які є заручниками окупантів. І ще те, що ми робимо з материкової України, з окупованою територією, ми маємо робити через призму захисту прав людей, і кримських татар, і українців, і росіян. Якщо ви так ставите питання, то я підтримую саме такий формат. Пане Рефате, чи відомо вам щось про угоди України із Кримом? Можливо, ви знаєте трохи більше деталей, скажімо, з української сторони, хто ставив підписи під цими угодами?
Ну, давайте я не буду повертатися назад. Для мене зараз, от на відміну від багатьох і політиків, вибачте, в тому числі і журналістів, для мене оці всі скандали, резонанси вчорашнього дня заважають нам займатися тим, що буде завтра. Для мене головне, щоб контракт на 2016 рік він був тісно взаємопов'язаний з захистом прав людини. От я, як народний депутат, я сподіваюся, мої колеги, зробимо все, що такі контракти, знаєте, закриває глаза, очі на те, що там є люди, що там окупована частина, щоб такі контракти теж не підписувалися. Це ми будемо намагатися робити. Угу. Є ще запитання? Ні, немає запитання. Я зрозуміла вас, пане Рефате. І ще скажіть, будь ласка, про що домовилися із президентом? Тому що ми чули поодинокі заяви пана Джемілєва. Президент дуже зацікавлений в тому, щоб всі питання безпеки громадян України, як на материковій частині, так і в окупованих територіях, включаючи Луганську, Донецьку і Кримську територію, щоб вони були в однаковій мірі, в них держава в однаковій мірі опікувалася цими правами. Президент дуже стурбований всім положенням, пов'язаним з безпекою громадян України, в тому числі і в енергосфері, в тому числі і дотримання прав людини і таке інше. Я заходжу на студію, я більше не можу говорити до ваших колег. Дякую, пане Рефате. Рефат Чубаров. Не вдалося мені, на жаль, поставити все ж таки уточнююче запитання, тому що я так не зрозуміла, направду, позиції Рефата Чубарова, голови Меджлісу кримсько-татарського народу, стосовно того, чи підтримує він енергетичну блокаду і що про це думає президент. Ну, так. Я хотіла сказати про те, що Рефат Чубаров ще раніше заявляв, що енергетична блокада має бути мінімум 3 дні для того, щоб вони почали переговори з Росією. Це він говорив ще, здається, 2 тижні тому під посольством Російської Федерації, де проходила акція проти репресій в Криму, коли були обшуки. Тому він на цьому наполягав, і, тобто, неодноразово про це говорив, що мінімум 3 дні необхідно для того, щоб відключити там світло. Я хотіла ще зазначити те, що з того, що ми почули, справа в тому, що протягом 2 місяців учасники громадської блокади Криму практично незаконно здійснювали дуже багато речей. Тобто сьогоднішнє звернення президента стосовно припинення сполучень автомобільних так. і вантажних, угу. це значить те, що відтепер, тобто дії, які були зроблені на блокаді, вони відтепер є законними. Бо до цього вони практично не мали права не проводити обшуки і от. Багато речей там так робити. Тому сьогодні я думаю, що президент фактично зробив крок на зустріч. Так, цьому вже офіційно. Так. Тому що до цього було це, тобто, таким мовчазною згодою, угу. яку якій ніхто не перешкоджав, але ніхто публічно не висловлювався. От сьогодні ми вже почули, що президент говорить про припинення. Ну, поки що це розмова. Так. Подивимося, як так, як дійсно, так. бо ми тут теж обговорювали, що за цими словами буде. Айдер, ну, а що ви почули у словах Рефата Чубарова? Рефат Чубаров, я считаю, совершенно правильно увязывает положение дел в Крыму с правами человека, с правами крымско-татарского народа, с тем, что какие товары и услуги там, и так далее должны поступать в Крым. Я не буду вдаваться в какие-то политические детали, я не хочу никому ничего советовать. Я просто, мне кажется, это нонсенс, когда в течение 1,5 лет там происходит черти что с людьми, и в это время украинское государство занимается коммерческим взаимовыгодным сотрудничеством. Тут, знаете, надо выбирать либо плавки, либо что-то еще. Олена, ваше, на жаль, мусимо закінчувати цю студію, так? Я думаю, что все-таки надо подумать о людях, которые там, и как можно быстрее хотелось бы, чтобы все-таки туда поступало электричество, потому что там наши... Я думаю, вы скажете, хочется, чтобы якомога швидше Крым был украинским. Это однозначно и обязательно. Алена, прекратились репрессии в отношении крымско-татар и граждан Украины. Однозначно. Как можно быстрее, чтобы прекратились репрессии, чтобы Крым был украинским, но, наверное, методы должны быть более гуманные и более продуманные. Нужна действительно стратегия, а спонтанно действовать, наверное, не всегда. Да, хорошо. Зрозуміло. Сподіваюся, що протягом години ми змогли поставити крапки над «і». Нагадаю, що Юля, яка є редактором «Громадський схід», я думаю, що ви будете піднімати «Громадський Крим», я думаю, що ви будете піднімати це питання у середу. Ми також не полишаємо цю тему, активно слідкуємо за тим, що відбувається на тимчасово окуповані території у Криму. За хвилину повертаємося в цю студію, будемо говорити з Ангеліною Карякіною, і вона розповість про свій спецрепортаж. Лишайтеся з «Громадським».